Відкрита трибуна. Як ви ставитесь до нових норм українського правопису? Я о них не думаю, я дуже давно вже не пишу від руки. Пишу в основному клавіатура і пишу на русском. На українському вчусь тільки розмовляти, тому я навіть не знав, що це відбувалося. Конечно, правильно, но мы не должны быть узурпаторами для того, чтобы, как сказал господин Ляшко, что говорите президенту, говорите на украинском, нельзя делить людей. Дело в том, что как я, в принципе, почему я говорю сейчас на русском, было время, это я родился же в Советском Союзе, то было ограничение, если ты занимаешься спортом каким-то серьезным, ты, и у тебя есть ограничение на изучение украинского языка. Ну и также было с английским языком. В принципе, моя жена, мой ребенок и мои все знакомые говорят на украинском языке. Это не делает их, не отделяет меня от них. Нормально. Я понимаю, что говорят на украинском языке. Я думал, чтобы вы оставили так, как было, потому что это более неудобно. Потому что надо закупать учебниками, ну, грамматику новую изучать. И для школьников это неудобно будет. И как бы в следующем году за нас дают, и неудобно. Ну, я не вижу в этом смысла, если честно. Особо никаких комментариев дать не могу, но, как бы, мне кажется, смысла я не вижу, да, это делать. Ну, понимаете, мне трудно сказать, потому что я сейчас с этим не сталкиваюсь. Мне сложно, детей у меня маленьких нет, которые учатся в школе. Поэтому сказать очень трудно. Ну, может быть, это и нужно для того, чтобы была, как бы, нормальная... Не знаю, не могу сказать вам конкретно. Ну, я считаю, что перемены, как бы, нужны и... Правила нужно вводить, и нужно что-то менять, придумывать новые слова. Все-таки украинский язык не такой богатый, как русский, если так уже разобраться, честно говоря. Но раз мы украинцы, это наш государственный язык, то давайте его, наверное, и будем совершенствовать. Ну, наверное, какие-то такие должны быть научные подходы, этим должны заниматься там лингвисты, литераторы, кто-то. Ну, в общем, люди компетентные. Я так бегло прочитал, если честно, как бы по мне, я не совсем понимаю, зачем это нужно делать. Потому что теперь украинский язык не знает никто. Вот и все, так я отношусь. Не знаю, не особо. Как-то все равно, типа, не особо что-то изменится. Ну, не знаю, удобно, неудобно. Я как-то вырос на старых, и как-то к новым привыкнуть это будет сложновато, но на самом деле думаю, что это... Зачем этого делать все? Типа, это без понту. Типа, на этом строить какие-то новые правила, что-то делать. И они просто тратят зря время, которое могли бы потратить на что-то полезное, на самом деле, в системе образования. А так это не вижу в этом никакого смысла. Открыта трибуна.